Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем играть в Dying Light. Я знаю, что вы этого ждали, и вот это свершилось. Да ты что, у меня есть очки навыков неиспользованные. Тачка на прокачку. Усиленный корпус. Да, вот это мы и возьмем. Усиленный корпус. Так, что по заданиям? Собрание. Доберитесь до Ока Солнца. Давай-ка мы побочки поделаем сегодня. Давай мы поделаем побочки. Потому что... Ну, сейчас мы сюжетку, в принципе, 63% пройдено мы и за сегодня, наверное, смогли бы и закрыть ее там, да? Но нужно поделать допки. Так, это что такое? Пропал человек. Это ближе, да, находится? Давай тогда... Вот и пещера. Вот и пещера. Это сюда. Вот это. Загадочные звуки в парке. Странный шум. Вот это. Да. Отсюда и начнем. Отсюда и начнем. 40... Подожди, а что ты так? А, километр до тачки. Надо тачку взять. Без тачки... Так, подожди, может, у этого... Что появилось? Есть у тебя что? Варвар. Давай возьмем. Великолепная военная мачете. Мачете. Так, а у меня что тут есть? Да, у меня вроде все. О, вот это надо продать. Это надо продать. Это бешеная сабля. Что ж ты будешь делать? Бешеная сабля. Синтетика. У меня есть синтетика? Три всего. Не, чувак. Сорян. Сорян. Так. Улучшить транспорт. А у меня есть чем улучшить? Блин. Так, ну-ка. Ты. Деталь уровня подвески в 2. Установить. Ну ты у меня и стоишь. У меня лучше, в принципе, и нету, да? Только если здесь где-нибудь четвертый всплыли. Все. Лучше нету. Так, давай дозаправимся. Чтобы в дороге потом не лохануться. Неудачная была идея.
повышенная активность прыгунов. А, вон он, да? Прыгун стоит. Сраный. И что? Ну, и чё, сколько там? Прыгуны, повышенная активность. Блин, у меня аптечки заканчиваются. Так, окей. Чё тут есть? Так, надо сделать аптечек. Аптечка. Да блин. Побольше, побольше сделать. Побольше аптечек, побольше. Все, наверное, хватит. Хватит, наверное. Так. Я уже знаю, кто это. Я уже понял. Кто там плачет? Странный шум. Собственно говоря, а чё вы? Чё вы лежите-то тут? А? Чё вы тут лежите-то? Всё. Шум доносится отсюда. Ребятенка. Да я знаю, кто там плачет-то, ёпарасоте, блядь. Стопэ. Так, давай мы сделаем вот так. Чтоб, сука. Да уж, это чересчур. Узнайте, кто запасал еду в пещеру. Просто если бы эта тварь сейчас начала здесь кричать, то мне тут даже спрятаться некуда вообще. Все, я просто здесь сдох. Стрелу мне отдай. А тебя обыскать нельзя. Мелкий гад. Кто же запасал еду в пещеру? А, ну в принципе здесь можно было как вариант. Вот, ой, это сколько рыбы.
Сколько рыбы? Так, а чё? По фонарям плыть? Да? Блин, у меня сейчас воздух закончится. Вот тут уже. Ладно, хлебнули, вернее, дыхнули и дальше поплыли. Что здесь? Сколько тут бедолаг-то погибло. Задохнулась, захлебнулась. Ну-ка, тут есть воздух? Нету. Похоже, что нету. А здесь груз скинули, да? Ну, отлично. Что мне делать с этим грузом? До груза. Подожди, а что здесь такое? Почему здесь синим? Я же белым обозначаюсь, а почему там синяя стрелка? Что она означает? Ну-ка, тут нету ничего такого, что можно пообшарить. Блин. Такое чувство, что меня кто-то толкнул там. Как-то неприкольно тут это, даже подобрать тут нечего. Тупик. Это тупик, тупик, тупик. Сейчас где-нибудь в океане всплыву. Выйду в океане где-нибудь. Груз отобрали. Что ж поделать, раз отобрали, так отобрали. Палки. Мне бы воздух углотнуть. Так, а что там такое кричит? Или кто тут такое кричит? А второй вопрос. Зачем кричит? Что-то хочет? О. Прошу, выслушай. Боже. Что, боже? Что тут?
Что происходит? О. Черт, ладно, слушаю. Там мой ребенок. Не, не дай ему умереть от голода. Не дай ему страдать. А я все, я уже не дал ему, так что... Жнец, Кайл, ты доказал, что веришь в правильность своих действий. Скоро ты станешь одним из нас. Я не дал ребенку страдать, так что все нормально, не переживай. А кто тебе болт в бочину-то, интересно, засадил? Кто тебе полуторный меч зеленый? Давай возьмем. На какахе сломаем потом. На какахе. Что здесь взять можно? Там мой ребенок. Там был твой ребенок. Так, стоп. Чё хотели? Блять, мне вас сразу убить или потом? Так, давай-ка я подхилюсь по базарю, а то знаю вас, дурачков, вы же напасть можете. Неплохой арбалет. На кого-то охотитесь? Ага, на чертову тварь, что ворует нашу еду. Я пострелил гада, но он удрал в пещеру. Ты его не нашел, может, оно и к лучшему, учитывая, что он ранен и все такое. А, так, а если я тебя убью, я смогу арбалет твой забрать? Ну, не буду я этого делать. Тут сохраняться как бы нельзя. Блин, прикольный пляж. Красивый такой. Только нахер мне здесь шарахаться. Так, что у нас тут? Просьба о помощи. Развилка, спуск кроличью нору, сердце тьмы. Вот это давай посмотрим. Сабит. Ох ты ж. Мать-то твою, найдите сабита. Сколько до сабита? Километр. Или побежали? Тачки-то нету. Тачки нету, пошли. Побежали. О, зомбачеллы. Чё, туда нельзя из кошки стрельнуть, да? Да не хочу я с вами тут разбираться. Упырями. Там квест, что ли, какой-то? Да блять. Квест. Чё за... Это где? А, это вот здесь. Шикарный вид. Шикарнейший вид просто. О-о-о.
Я в какое-то захолустье попал. Ты чё? Жаба. О, он прям с надутым пузом. Я его убил. Ха-ха, прикольно, слушай. Он только надулся, я его убил. Отвали, ладно. Новое место подмечено на карте. А что за новое место? Сколько тут еще? 700 метров, да, до туда? Ух ты! Сколько здесь всего? Сколько здесь кого? Ну подходите, давайте. Мне что ж, мне долго тут ждать? Ну, смелее, смелее. Еще есть желающие? Все. Давай к тебе, я тоже подойду сам. Ну все. А, полный боекомплект у меня, да? То есть, подожди, у меня что? Ай. Полный боекомплект чего у меня? Фигня премиум класса. Давай, открывай. Так, комплект армейских. Ну, побежали. В смысле неудача? Отлично, да? То есть эти дебилы не смогли дождаться, когда я это его убью. Вообще молодцы. Ну, раз они дебилы, я что могу? Тут еще там внизу какая-то. Но мне помнится, мне туда еще придется спускаться, так что раньше времени не будем соваться. Лучше вот этого сейчас завалим. Так, тут... Опа!
разрушитель, да, там? То есть вы хотели на разрушителя, чтоб я попал. Вот уроды. Какая-то еще окраска. Хиппи. Че, нечего взять? Блин, сколько у вас там зомбачел. Ага. Ё-моё, мне ж потом назад пиндюрить. Мне же потом назад пиндюрить еще. Тут прям какое-то пастбище зомби. Обалдеть. Сколько тут еще? 300 метров. Что-то мне кажется вечер... О-о-о-о. Охереть. Короче, я встрял. Пипец, я сейчас по такие помидоры встрял. Тут надо где-то безопасную зону найти. На охотничьей вышке-то там хер поспишь. Открыть. Тут ничего путнего, пошли дальше. Нам надо... Так, тут заправка. На заправке есть? Нету тут укромного местечка. А только если я вон туда попробую забраться. А тут нету, да? Тут спальника нету. Херово. Херово. Так, там... Там друган, что ли, мой? Меня преследует. Привет. Хорошо, я ему так в пятак втащил. Спыра ему в пятак дал. Он там по крыше какой-то еще лазит. Это второй, наверное, там, да? А, блин, 80 метров. Так, а как мне тут оббежать надо или что? Тут пролом или... Как я должен буду? Сука. Так, стопэ. Тут разлом какой-то нереальный. А вон там что такое? Так, ну-ка. Давай сюда. Ага. Блин. Куда? Чё ты не можешь-то зацепиться здесь кошкой? Пиздец, все, настала ночь. Все, сейчас меня нахер тут будет. Сейчас меня тут будут. Так, все. А, подожди, это же это. Это же, по-моему, дом. Сабит, это же этот, по-моему. Опа. Сабит, это же... Сука, да никто тебя не слышит, завали. Я застрял здесь с двумя детьми, прошу. Проси. Твою ж дивизию. Да,
Помолчи, а, ну помолчи, что ты визжишь-то там, сука. Окраска призма. Мне сейчас тут жопу распинают, а ты там орешь. Видишь, мне тут с вышки сейчас куда деться-то с этой. Так, ну как варик можно вон добежать до той? Ну только не в это. Они тут вдвоем меня ходят, нюхают. Эти гады. Так, стоп. Все. Хули, у меня не осталось вариантов. Мне надо просто тащиться-то. Все, что ли? А, ближайшей безопасной зоне его, да. Сейчас я на вышке какой-нибудь охотничий возражусь среди этих удоводов. О, точно, да. Где сдох, там его и разродился. И чё мне так всю ночь сидеть? Ждать, когда они это... Да я в курсе, что я мертв. Интересно. Еще спросите, почему я в курсе, что я мертв? Вот это меня зажали. А я еще и эту, да? Так, где я смотрел вышку охотничья? Вон там, да? Ай, ё-моё. Да не видно, куда просто гаситься. Так, эти вроде отошли. Так, и чё? Собит. Собит. Подожди, а я не оттуда разве прибежал? Так я оттуда и прибежал. Ну и нахер я тогда туда побегу. Дом. Вон дом этого вурдалака. Вон дом этого вурдалака. Чё, дурак, что ли? Так. И чё? Как мне? Спасибо, конечно. Так, вот. Ну вот же проход, дай сюда. А, вот здесь. Да? Найти травы в хижине Сабита. Что за... Джазир, there's a goddamn volatile hive under this hut. Half of Sabit's stuff ended up down in a cave. I'll check it for those herbs you wanted, but I doubt he's still alive. Погиб, значит, погиб. Я на твоем месте туда не совался. Из гнезд живыми не возвращаются. Желтокорень. Так, подожди, если это статус гнезда, это значит сейчас в гнезде никого нет? Да? Охереть. Мне уже это расхотелось туда лезть, услышав эти звуки. А что делать? Придется, да? А придется лезть. Ну ладно.
Давай. Сколько тут мух? Полная антисанитария. Полная антисанитария. Собит, жжется, пощади. Твою ж мать. Так, а у меня есть вот это вот. Все? Это Джасиру знать не обязательно. Ну, как скажешь. Как скажешь. Выход из гнезда мне найти надо, да? Да мне кажется, здесь безопасней, чем сейчас там на поверхности. А, тут вот еще. Есть еще пофармить где. Пособирать есть что где. Ловкость покачать можно. Так, а травы я, значит, все нашел, получается. А Джасиру с километр, да, тащиться туда. Нет, ты чё, а чё ты? Ну вылазь. Всё. Блин. Очково.
Очково высовываться-то туда. Так, а что это выживший? А это выживший какой-то там. И что ему надо? Он хочет, чтобы я его спас? Так, сколько до рассвета? Ну, так-то, в принципе, немного осталось. Так, если попробовать щемануть вон на ту вышку. А вон этот идет, подлюга. А он меня на той вышке достанет? Нет, интересно. Так, тут где-то еще ходит. Просто, если он меня на той вышке достанет, то это, конечно, жопа будет. Но он же там своей этой плюнуть может херней. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Эй, папочка, ты слышал? Кто-то идет. Эй, кто там есть? Прошу, нам нужна помощь. Серп из пригорода. Орешки. Так, погоня отстала. А, так вот вы где тут, да, сидите? А у вас там безопасно, нет? А, сука, там этот охотник. Но мне их надо спасать будет. Так, и чё мне тут провтыкать? Я, короче, слышал такую фишку, что вот на таких вышках лежат вот эти вот, ну, инструменты вот эти, ну, там оружка, да. И если, короче, их не подбирать, и там потом вот спуститься сейчас с вышки, поспать, например, до следующей ночи, здесь будет другой какой-то, какое-то другое оружие. И вот таким образом можно голдовую ролить. Но это шанс выпадения ее очень-очень мизерный. Ну, если кому-то интересно, то есть можете, конечно, попробовать проверить, так ли это на самом деле или не так. Сколько там мне еще тут? 4.40, сука. А что я этими... А я не могу этими лопастями по морде получить? Типа... А, то есть они мне не дают вперед идти, да? Ладно, хорошо. Вон ходит эта тварина. Просто если я сейчас... Где ты? Ах ты, черт. А-а-а. Такой носится, а понять-то не может, да? Кто и откуда? Кто мы и откуда? Откуда? Ну... Но, чё? Чё? Не достать меня, да? Не достать. Вот беда так беда. Вот жопа так жопа, да? Почему все по 20 очков дают? Я же их хедшотю. Типа, не считается, что ли, если с винтовки убиваешь нищетого? Или что там? О, уже все, сейчас утречко настанет. Утро наступает. Наступает. Давай мы переключим на мачете. Сейчас охотник втопит. Сейчас этот в 6 утра свалит. Я спрыгнул. Раздам вам бонусов. Раздам бонусов. Все. Охотник очканул. Можно прыгать.
Так, я вообще-то хотел в мусорную кучу спрыгнуть. Слышь, отвали, ёптать, от ребят. Козлевич. Все. У тебя получилось, даже не знаю, как выразить свою благодарность. Нашу благодарность. Так, Элейм. Ну, чё, мистер? We don't really have anything to give you, but at least treat this home as your own from now on. This house is your house too now. Нам безопасное место для ночлега, отличная плата, спасибо. Так, что еще скажешь? Мы живем и в безопасности, и все благодаря тебе. Ты даришь людям больше добра, чем любой, кого я когда-либо знал. Что тебе все говорят? А все? То есть вам больше мне нечего сказать, да? И взять у вас тоже тут нечего. Все. Ну, ну ладно, что. Зона безопасная, уже хорошо. Груз отобрали. Здоровяка этого валить, блин. А, так я что, теперь машину могу тут призвать? Я ж могу теперь призвать тут машину. Ёлки-палки. Чё ты тормозишь-то? Тачку призывай. И на тачке мы уже сиганем к Джазиру. Вот оно что. Вот оно как. Чё? Охотничьи засидки, и вокруг полно зомби. О, чувак, не. От жажды сдохнуть. От жажды сдохнуть дрянное дело. Сейчас я приду к тебе на помощь. Ах ты ж черт. О боже, не успел я прочитать, что там у него. О боже, давай я прошарю тут сундук. Что ты мне скажешь? Что скажешь, что покажешь, чем обрадуешь? Безжалостный серп. 307 баксов. Прошу, возьмите это, ты спас мою жизнь. Да, твоя жизнь стоит $307, понял? Теперь я знаю, сколько стоит твоя жизнь. Теперь я знаю, сколько стоит твоя жизнь. А мне надо вот здесь маленечко пошариться. Смазка. Что-то там.
Давай попробуем. Да. Да уж. Давайте скорую посмотрим. Скорая это должна аптечка быть стопудово. Тем более легкий взлом. Что нам стоит это по-легкому взломать? Сука, трудно. Я очень трудно легче взломал, чем легкое. Так, что у нас в автобусе что-нибудь есть? Нет. Все, сваливаем отсюда. А то сейчас мы тут это забегаемся. Какая-нибудь. О, блин. Вы видели? Прикольно. Прикольно. Ну или так. Пиндюрился в камень. Ты просто... Блять. Я думал, он взорвался уже, поехал. Чудеса акробатического искусства, прям эквилибристики, но...
Блин. Расхерачил подвеску, все. Продать, купить. Так, смазка. Угу. Ничего толком. Так, продали, все отлично. Подводные водоросли хочешь купить, да? Ну давай посмотрим, как ты. Камал, тяжелый был денек, да? В смысле, ты мне вот это хотел, что ли, только сказать? Ну-ка, ты разрубишь, нет, эту? Ну что, справишься, нет? Камал, ну? Ну, руби, руби. Давай. Оп, и раз. Давай. И два. Похоже, нет, ты не справишься. Прекрасный день. У кого тяжелый, у кого прекрасный. О, еще что ли, пропал кто-то. Друзья, я у вас не вернулся с последней вылазки к стене в карантинной зоне. Если будете проходить мимо, попытайтесь его разыскать. Прошу, Зухал. Зухал. Зухал звучит как нахал. Needed, right? Вам ведь это нужно было? Да, ты нам очень помог. Жаль твоего друга. Спасибо, все нормально. Теперь мы хотя бы знаем, что с ним случилось. Умереть такой смертью не позорно. Да... Не позорно, конечно, а очень страшно. И что там было в посылке? Красивый мишка, малыш. Спасибо, мистер Крэн. Теперь мамочка приедет со мной поиграть. Мамочка. Да я думаю, твою мамочку я уже давно на фарш порубил. Но я ж не буду тебе об этом говорить. Ты же все-таки ребенок. О, где-то бегун. So, думаешь, Эркан там не было, когда все случилось? No. No, нет, не думаю. Right, so в чем же это дело? Мы с ним не были знакомы, но до меня доходили какие-то слухи. Он не хвалился храбростью до эпидемии. Ну, я нашел его в подвале. Думаешь, он прятался там все это время? Зэки, не стану утверждать, но это не исключено. В это трудно поверить. Во что трудно поверить? В то, что кто-то не захотел лезть в драку, в которой его ждала верная смерть. В то, что кто-то бросил свою семью, своих любимых в подобной ситуации. Не знаю, Кайл. Хотел бы знать, что думаю об этом. Но я не знаю, у меня нет мнения на этот счет. Слушай, ты бы не мог? Я хотел бы все немного обдумать. В одиночестве. Отлично, обдумай. А это не здесь? Эркан, Эркан, рад тебя видеть. Как у нее дела? Все еще молчит, но думаю, ей становится лучше. Да, похоже на то. Ты-то как? Я и так и не сказал тебе спасибо. Прости за прежнее. Я был в шоке, не думал, что... Спасибо тебе, спасибо за то, что спас меня. Бывали передряги похуже. Рад, что смог помочь. Хотел бы быть как ты, но старого пса новым трюкам, увы, не научить.
все? По крайней мере, я знаю, что должен заботиться о ней. Она все, что осталось от моей прежней жизни. Ну ладно. Заботься о ней. Ведь она все, что осталось у тебя от прежней жизни. Че вы тут? Че ты тут? Стонешь или че? Все равно тут зомбаки. А что здесь за колокольчики звеня? А, вот, музыка ветра, да? Типа вы специально ее повешали, чтобы понятно. Зомбаков, да, привлекать? Ну ладно. Так, что у нас тут еще по бочке? Просьба о помощи. Еще осталось... Три по бочке, да? Три по бочке. Так, окей. Ну что ж, ладно. Побочками мы займемся уже в следующей серии. Дальше продолжим делать побочные квесты. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.